В медицинском колледже имени Башларова в Махачкале подвели итоги конкурса «Золотые правила нравственности среди учеников начальных классов». Мероприятие своим присутствием почтил муфтий республики, председатель Совета Алимов республики шейх Ахмад Афанди, а также представители органов власти. Финальный этап прошел в форме фестиваля дружбы народов Дагестана. Конкурсанты путем жеребьевки представляли 9 народностей. Детишки выступали перед членами жюри с прекрасными стихотворениями и интересными сценками. Рассказывали о культуре и традициях той или иной национальности. Муфтий Ахмад Афанди выразил огромную радость по случаю участия в данном мероприятии. Золото какой национальности? Никакой национальности. Значит, нейтральный. И нравственность тоже нации нет. У нас тоже нет нации. Мы дагестанцы, это наше богатство. Дети наши показали, они хотя кое-кто аварец, кумик, они показали культуру. Нагайцы, лезгину, азербайджанцы. Вот в этом наше богатство. Люди меня спрашивают, как вы видите будущее Дагестана. Я всегда говорю, будущее Дагестана исключительно хорошее. А доказательством является сегодняшнее. Отметим, что победителям, а также всем участникам были вручены памятные подарки.